Уже в следующий вторник, 3 мая, Таллинский городской театр приглашает посмотреть постановку Уго Усберга по пьесе Максима Горького «На дне». Очень многие театралы сетовали на то, что популярнейший эстонский театр ставит свои спектакли без перевода на русский. И вот, наконец, свершилось. Особенно приятно, что в такое непростое время театр делает зрителю прекрасный подарок. Что касается выбора пьесы, то интерес к творчеству Горького растет среди театральных постановщиков всего мира вот уже лет 10. Интерес уже был. Почему? Потому что вдруг нашлись какие-то аналогии во времени. Ведь во времени какие-то проблемы, они возникают, ну, по спирали, наверное, да? В классической пьесе заложены какие-то мотивы, мысли, отношения персонажей и так далее, которые вдруг становятся актуальны даже через 100 лет. По мнению Этерики Келидзе, в последнее время стало актуальным стремление человека прорваться к свету во что бы то ни стало. Так что сейчас, когда многие задумываются, что вообще за создание человек, который может совершать настолько ужасающие вещи, слова «человек» — это звучит гордо, дают надежду и некоторый оптимизм. Тем, конечно, кто хотел бы увидеть пьесу Горького в очень современном таком исполнении на сцене, в билете Леви промаршировать, купить билеты. И все-таки 3 мая, несмотря на то, что времени осталось очень мало для такой как бы подготовки зрительской к встрече с таким искусством, и тем не менее вот прийти в театр. Это правда очень достойный спектакль и очень хорошие актеры. Поскольку главное театральное здание на улице Лай закрыто на реконструкцию до следующего года, спектакль покажут в культурном центре Сальме, а не в адском зале Таллинского городского театра, как планировалось. Но говорят, что спектакль от этого хуже не стал, ведь в Сальме есть настоящая театральная сцена. Мы рассказали вам о предстоящем спектакле, но о культуре это еще не все. Ведь именно сегодня, 29 апреля, Международный день танца. Лена Туровская, Андрей Лайго, новости Таллина.